Здравствуйте. Вас приветствует компания Чистов. Вам удобно сейчас разговаривать? Да, удобно. Вы оставляли заявку на чистку ковра. Заявка еще актуальна? Да, конечно. Чтобы я смогла сориентировать вас по чистке ковра, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Хорошо. Слушаю. Скажите, ваш ковер по размеру больше, чем 2 на 3 метра или меньше? Меньше. Так, меньше. Понятно. А ковер ручной работы или фабричного производства? Ручной. Да, ручной. Скажите, а раньше вы уже чистили ковер? Еще нет. Итак, исходя из полученной информации, стоимость чистки вашего ковра составит 4 500 рублей. Вас устраивает такая цена? А куда деваться-то? Отлично. Нормально. Тогда в ближайшее время вам перезвонит наш менеджер и согласует удобный день и время вывоза ковра. Спасибо, что выбрали нашу компанию. Всего доброго. Алло. Здравствуйте, я звоню вас из фитнес-центра Кинекс. Скажите, пожалуйста, вам понравилось у нас в течение всего этого года? Ну, конечно, да, понравилось. Прекрасно, я очень рада это слышать. К сожалению, хочу напомнить, что срок вашего абонемента подходит к концу. И так как вы для нас являетесь одной из самых ценных клиентов, я хочу предложить вам продление вашего абонемента на целый год, но уже со скидкой в 30% ваш. Как вы смотрите на мое предложение? Ну, это круто. Давайте и в этом году продлим. Ну, давайте попробуем. Отлично. Получается, специально для вас он будет стоить на 30% меньше, чем в прошлом году. И для продления контракта могу пригласить вас к нам в фитнес-центр или можем отправить нашего выездного менеджера к вам домой. Какой способ вам ближе? Лучше отправьте менеджера домой. Угу. Во сколько бы вам было бы удобно? Ну, давайте в час давайте. Хорошо, записала. И хочу сказать, что спасибо, что выбрали нас. Мы это очень ценим. Всего доброго. Алло. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я работаю в ателье «Сезон» маркетологом. Слушаю. У нас есть гениальное, на наш взгляд, предложение. У вас есть сейчас пару минут? Да. Этим летом вы сможете неотразимо и по-новому выглядеть, имея всего несколько своих вещей и используя талант дизайнеров и мастеров швейного дела нашего ателье. Вам интересно, как они это сделают? Конечно. Они покажут вам, как дополнить старые вещи из вашего гардероба некоторыми сшитыми в нашем ателье вещами, или покажут, как изменить ваши вещи, встроив в них новые элементы из наших эксклюзивных тканей. Рассказать вам, что для этого нужно? Да, интересно. Вам надо всего лишь прийти на бесплатную консультацию вместе со своим гардеробом, взяв с собой как можно больше своих летних вещей. Вот так просто. Консультация займет примерно 1 час. Мы работаем ежедневно с 9 до 20 часов. Хотели бы вы прийти на бесплатную консультацию? Да, она по записи. Отлично. Ждем вас по адресу Москва, метро Римская, улица Воловая, 12, ателье «Сезон». Просьба за час позвонить по номеру, который я вышлю вам вместе с адресом в СМС прямо сейчас. У вас есть ко мне еще вопросы? Да, она по записи. Хочу вам признаться, я не настоящий человек, а робот. Хотите, я соединю вас с менеджером, и он ответит на ваши вопросы? Нет, я потом перезвоню. Понятно. Хорошо, больше не будем вас беспокоить. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я маркетолог автосервиса «Автоболь». Слушаю вас, Ольга, здравствуйте. У нас есть гениальное, на наш взгляд, предложение. У вас есть сейчас пару минут? Да, слушаю. Этим летом вы сможете дышать чистым воздухом, находясь в машине. Наши мастера знают секреты чистого воздуха. Вам интересно, как они это сделают? Что это они там за секреты знают? Да, интересно. Они при вас замеряют уровень загрязнения воздуха, который идет из печки, и покажут вам наличие бактерий в этом воздухе через микроскоп. Интересно ли вам узнать, как это все увидеть? Ого, очень интересно. Вам надо всего лишь приехать на своем автомобиле на бесплатную диагностику. Вся процедура займет примерно час. Мы работаем ежедневно с 9 до 20 часов. Хотели бы вы приехать на бесплатную диагностику?
Да, пожалуй, как-нибудь отлично, заеду. Ждем вас по адресу: Москва, метро Автозаводская, улица Тульская, 12, автосервис «Автоболь». Просьба за час позвонить по номеру, который я вышлю вам вместе с адресом в СМС прямо сейчас. У вас есть еще ко мне вопросы? Вы такая быстрая. Нет, больше ничего нету. Хорошо. Всего вам доброго. До свидания. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в пиццерии Pizza House маркетологом. Так, слушаю вас, Дмитрий. У нас есть гениальное, на наш взгляд, предложение. У вас есть сейчас пару минут? Ну, слушаю. В этом месяце мы запускаем новое меню. И у вас есть шанс первыми протестировать уникальные рецепты. Наши мастера знают секреты по-настоящему вкусной пиццы. Вам интересно узнать, как они это сделают? Вы так вкусно рассказываете. Да, интересно. Они при вас полностью покажут все секреты своих уникальных рецептов. Хотите это увидеть своими глазами и попробовать то, что получится? Да уже слюни текут. Хочу. Вам надо всего лишь прийти в нашу пиццерию на бесплатную тест-кухню. Вся процедура займет примерно 1 час. Мы работаем ежедневно с 9 до 20 часов. Хотели бы вы прийти на бесплатную тест-кухню с нашими мастерами? Ну да, можно подумать. Отлично. Ждем вас по адресу: Москва, метро Курская, улица Покровка, 12, пиццерия Pizza House. Просьба за час позвонить по номеру, который я вышлю вам вместе с адресом в СМС прямо сейчас. У вас есть ко мне еще вопросы? Да нет, тогда все понятно, спасибо. Хорошо. Всего вам доброго. До свидания.